А вакцинация против коронавируса в Первоуральске набирает обороты. Участие в ней приняли уже почти 900 первоуральцев. Еще 800 человек ожидают своей очереди. До конца лета врачи планируют привить более 60% взрослого населения города. Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Первоуральске необходимо привить не менее 70 тысяч человек. На этой неделе в Свердловскую область доставят очередную партию вакцины – около 60 тысяч доз. О том, как будет проходить прививочная кампания в городе и поселках, какая вакцина будет использоваться и каков механизм ее действия, подробно расскажем сегодня в программе «Здравый смысл» после выпуска новостей. Гость студии – начальник эпидемиологической службы городской больницы Первоуральска Елена Юнусова. По словам врача, ситуация с распространением инфекции, как и прежде, остается напряженной.